Азат Камилович с детства мечтал быть художником, но в планы вмешалась война. Зато сейчас на любимое дело времени хватает в избытке. На выставку Азат Надиров привез два портрета – своего товарища, ветерана войны Ильсора Кабирова, и Рауфа Кутуева, получившего звание Героя Советского Союза посмертно. Он со связки гранат бросился под танк, подорвал танк, погиб сам и обеспечил удержание рубежа и продвижение форсирования Дуная. В создании работ принимали участие около 60 авторов. На выставке представлены не только картины. Здесь и роспись по стеклу, вышивка лентами, лоскутное шитье, аппликация, скраббукинг. Работы выполнены в разной технике, но тема, которая их объединяет, одна – Великая Отечественная война. Как я написала в стихотворении, мои внуки это знают. Прадед их под Ленинградом сутками стоял в хирургической палатке, там и в плен попал. Ранена, истерзана на всю жизнь душа. Прабабушка на фабрике трудилась, а ее сестра больше сотни с поля боя раненых спасла. За Берлин и Злата Прагу ее ордена. Вот это вот меня вдохновляло. Работу участников выставки можно увидеть во Дворце ветеранов до 30 июня. Валерия Макарова, Павел Пресняков. События.